Привет, друзья! Купил себе чемодан под ручную кладь, производитель Xiaomi. Вот так выглядит коробок. В таком коробке он поставляется. Вот дорожнего Лиза. Покупал его в сети магазинов Алло. Почему покупал в сети магазинов Алло? С Китая решил не заказывать. На OLX я смотрел, их минимум продают 2 и больше тысячи. На 20, это 20 размер, от 2 и выше. В Алло он стоил по скидке 2, я подождал, мне там пришло какое-то сообщение, также я же говорю, жду постоянно, там черная пятница была, какие-то скидки, потом дополнительная какая-то скидка. В итоге чемодан Xiaomi на 20 дюймов, дюймов или чего это, 20 короче размер, я взял за 1600 гривен. Да, 1600 гривен, поликарбонат, с поликарбоната. Сейчас я вам покажу, как он вообще, честно говоря, поставляется в коробке, вообще просто жесть. Крутяк, вообще чемодан в коробке. Xiaomi красавчики, тут бесспорно. Я его в магазине уже проверял, доставал. Сейчас, оп, туда. Сейчас. Пакет туда. Вот такого цвета я выбрал. Жена говорила, давай белый возьмем. Говорю, не, белый. Я говорю, не, он замажется, будет царапаться. Эти потом царапины будут грязные. Их ничем не вымоешь. Так что взяли цвета металлик, серый. Черный мне вообще не понравился, так себе смотрится. Синий у них, как по мне, некрасивый цвет. Я взял такой. Повторюсь еще раз, он мне обошелся 1600 гривен. 1600 гривен. Это где-то в районе $60, да? 60 где-то долларов. Примерно $60. Он мне обошелся здесь, я его купил. По утверждению, как в интернете пишут, что он производится с поликарбоната при фирмы Bayer, Германия, по заказу Xiaomi. Смотрится прикольно этот поликарбонат. Чемодан, в принципе, очень так стильно смотрится. Вот можете вы видеть, да? Прикольно. Действительно, чемоданчик смотрится классно. По размеру. Я характеристики говорить не буду, потому что вы там в интернете это все можете посмотреть, кому что. Пишу, что подходит под ручную кладь, но не во всех авиакомпаниях. Вроде бы как тык впритык, ограниченный, короче, какой-то размер у него. Ну, 20 дюймов. Говорит, в принципе, если никто не будет придираться, то все нормально. Получается, ножки боковые, замок. Вот это их логотип, 90 везде. Ручки поднатягиваются. Вот, механизм. Смотрите, одно положение, или давайте самый верх. А ну-ка, сколько здесь положений? Раз, два, три. Подожди, меня как-то жена говорит, 5 положений. Так. Раз, два, три. Четыре, да? Раз. Ну, два, получается. Три. Четыре. А, пять. Вот. Пятое в самом конце. 5 положений, короче. Смотрится прикольно. Сейчас открою. Посмотрим, как он выглядит. Упакован он идет, конечно, качественно. Xiaomi эти мне нравятся. Они все свои товары пакуют красиво. Не придерешься, стильно. Колесико двойные, прорезиненные. Я смотрел, даже уже там разбирал. Тут подшипники стоят. И оно внутри там откручивается на обычную отвертку. Открутил, если не дай бог что. Не дай бог что. Так, змеечку. Оп, вот так выглядит 20 размер.
на двух застежках, видите? С одной стороны два кармана на сеточке, документы какие-то, паспорт, наверное. Потом отстегивается материал, прикольный такой, как с визируночком, смотрится красиво, но не воняет. Вообще не воняет никаким ни пластиком, ни клеем, ни непонятно чем, ни Китаем. Реально, вообще без запаха чемодан. Нормально. Хорошо, это мне нравится. Здесь тоже, видите, не на растяжечке вот этой, на резиночке, а здесь тоже закрыто. Здесь тоже один большой карман. Я так думаю, это для ноутбука или планшета. И вот здесь так же самое общее отделение. Вот так вот. Вот так вот смотрится. Классный чемодан. Здесь без пользы. За 1600 гривен у нас на рынке. За 1600 поликарбонатного чемодана или где-то в каких-то магазинчиках не купишь. АБС пластик, да, более хорошего, более хуже качества, но АБС пластик. Тем более мне нравится, как он упакован, идет в коробке, идет в клеенке. Все действительно, вот, ну, китайцы красавчики, Xiaomi рулят, мне нравится действительно. Всякую такую периферию можно покупать. Молодцы. Все, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, отвечу на все вопросы. Всего доброго, пока-пока, до новых встреч.